Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Касьяненко. Здравствуйте, и сегодня в эфире. Публичное признание заслуг тех, чья профессия – родину защищать. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июля чествовал лучших выпускников военных вузов и представителей офицерского состава. Три десятка лет созидания. В Новополоцке прошла диалоговая площадка «Время первого», посвященная 30-летию Института президентства в Беларуси. 30 лет с исторической точки зрения – это вообще миг. Миг, а сделано же ведь очень много. И прежде всего у нас сохранен мир и спокойствие в нашем государстве. Необычный способ отметить приближающийся профессиональный праздник. Работники сферы торговли Новополоцка организовали соревнования по пулевой стрельбе. В рамках празднования столетия органов торговли Республики Беларусь приняли решение провести такое небольшое соревнование. Перейдем к подробностям. Беларуси не нужна эскалация обстановки в регионе. Все наши действия направлены на недопущение втягивания нашей страны в военный конфликт. Об этом 16 июля заявил президент. Александр Лукашенко чествовал выпускников высших военных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Это публичное признание заслуг тех, кто выбрал сложную профессию – родину защищать. Они – гарант суверенитета и территориальной целостности страны, щит нашего Отечества. Обеспечить мирную и спокойную жизнь сегодня стоит неимоверных усилий. Не превратить страну в поле боя – важнейшая задача. Мы не допустим повторения трагедии 41 года. Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши вооруженные силы. Также с учетом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Способов ведения борьбы в современном мире стало куда больше. Ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны. Беларуси нужно учитывать реальность и усиливать боевые возможности, обучать современным способам ведения вооруженной борьбы. Украинский конфликт многому учит, отметил глава государства. Президент прокомментировал недавнюю ситуацию с отведением войск на наших южных рубежах и ликвидацию ненапряженности на границах с Украиной. «Стрелять – крайняя мера», – заявил Александр Лукашенко. Нужно всегда учиться договариваться. Глава государства продемонстрировал на практике, что с представителями сопредельной стороны можно говорить и находить точки соприкосновения. Военно-политическая разрядка позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения. Президент 16 июля также провел переговоры с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Дальний Восток стал во многом примером для других российских регионов. Александр Лукашенко поблагодарил гостя за тесное партнерство и личное внимание к нашим двусторонним проектам. Их немало. Это не только большие поставки белорусской техники в регион. На завершающей стадии создания единого центра демонстрации продажи и обслуживания белорусских машин в Приморском крае. В регионе реализуют и крупный проект по созданию хозяйственного и элеваторного комплекса совместно с «Амкадор». Владивосток географически далекий, но не чужой. Нет. Об этом свидетельствуют наши с вами встречи нередкие и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч. Говорить много о том, что мы можем, что не можем, на что мы способны, два региона нашего Отечества – Владивосток, Дальний Восток наш и Республика Беларусь, нет никакого смысла, потому что мы знаем наши возможности во Владивостоке, вы знаете наши возможности Беларуси. Губернатор, в свою очередь, отметил, что Беларусь для региона важный партнер. Наша торговля прирастает кратно. Белорусские товары в Приморье любят, растут поставки и в обратном направлении. Тесные личные контакты укрепляют отношения союзников по всем направлениям. 16 июля начал действовать очередной запрет латвийской стороны. Власти страны приняли решение запретить въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками. Он действует на въезд в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска. При въезде в Латвию граждан на легковых автомобилях с белорусскими номерами сопредельная сторона будет возвращать в Беларусь. В случае отказа возможна конфискация транспортного средства. Возвращаться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях
авто, зарегистрированных в нашей стране, разрешат только в том случае, если они не декларируются как товары и используются только как средство передвижения. Вместе с тем запрет не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств. Это удар по обычным людям. Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят с родственником, туристы с детьми, путешественники и так далее. Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, а также к усилению атмосферы недоверия в двусторонних отношениях. Сожалеем, что Рига, явно действуя в ущерб своим национальным интересам, в очередной раз отдала предпочтение таким нецивилизованным и недемократичным мерам. Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне. Важно отметить, Беларусь не планирует вводить ответные меры в отношении Латвии. Более того, с нашими соседями продолжает действовать безвизовый режим въезда. Его действие продлено до конца 2024 года. Марш мира Витебске, столица северного региона, первой встретила участников международной патриотической акции. Тур делегации российского Курска посвятили 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Первой остановкой маршрута стала Площадь Победы. Здесь гости возложили цветы к мемориальному комплексу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам Витебщины. Для них также организовали экскурсии по знаковым местам города. Витебск принимает их первым. Это, наверное, тоже большая ответственность. И они все миротворцы. Там люди, которые работают в сотрудничестве с Российским фондом мира. Они возглавляют различные отрасли народного хозяйства. Это представители здравоохранения, образования, строители. Для нас очень знаково, важно, что вот такая вот наша... Одна из основных программ «Народная дипломатия», она воплощается в жизнь. Можно много читать, можно ездить на экскурсии, но когда ты знаешь кого-то из этого города, из этой страны, из этой республики, ты уже более глубоко погружен вот, и в правила, и, наверное, в историю этого города, потому что у нас очень много школ заключает договора. Ключевая цель марша – работа на совместную миротворческую перспективу. Про ее активизацию договорились официально. Соглашение о сотрудничестве учреждений образования Курска подписали со школами Полоцка и Новополоцка. В рамках Ассоциации школ Беларуси и России был такой конкурс, участвовали музеи. И вот мы, случайный выбор пал на вот музей 16-й школы города Полоцка. Мы заняли первое место там и 16-й школы, и мы, потому что работали в очень дружном таком тандеме. И даже после завершения конкурса мы продолжали общаться и вот решили подписать соглашение о сотрудничестве. От 80-летия освобождения Беларуси мы плавно будем переходить к 80-летию Великой Победы. Это то, наверное, основное ключевое звено, которое действительно нас свяжет и нас связывает и нас объединит вот в рамках направления. Мы будем сотрудничать именно во благо мира, во благо добра, во благо нашей памяти, даже и не исторической, а, наверное, памяти, которая уже такая генная. Делегация из российского Курска планирует посетить все областные центры Беларуси. В таком республиканском масштабе марш мира проходит впервые. За неделю участники акции преодолеют маршрут в 3000 километров. Мир – это ключевое, главная ценность Беларуси. И нашей стране удалось его сберечь, несмотря на все происходящее внутри и за рамками государства. Центральную роль в этом сыграл наш президент Александр Лукашенко. Три десятка лет назад, 20 июля 1994 года, он принял инаугурацию в качестве первого главы Беларуси. Именно 30-летию Института президентства в эти дни посвящены многочисленные мероприятия, акции, конкурсы, концерты, диалоговые площадки. Одна из таковых прошла и в Новополоцке под названием «Время первого». Что обсуждали и каким выводом пришли в ходе диалога с новополочанами, знает Елизавета Борбат.
10 июля 1994-го второй тур голосования по выборам первого президента Республики Беларусь завершился победой молодого политика Александра Лукашенко. Уже через 10 дней, 20 июля, прошла торжественная церемония инаугурации главы государства. Задач было немало – вывести страну из кризиса, поставить экономику на ноги, развить социальную сферу. Избрание президентом Александра Григорьевича Лукашенко произошло в то время, когда в стране, ну, по большому счету, был хаос, когда не было перспективы будущего, когда были предприятия нерентабельные, были потеряны связи с поставщиками, экономическое слабое состояние было в стране, когда так спокойно по улицам не пройдешь, как сегодня, не погуляешь. И вот уже на протяжении трех десятков лет под мудрым руководством нашего президента Беларусь непрерывно развивается. Экономика стабильна, социальная сфера охватывает каждого жителя нашей страны заботой и поддержкой. Все действия нашего лидера направлены на повышение качества жизни белорусов, на обеспечение мира и справедливости. Об этом 16 июля с новополочанами говорили в рамках диалоговой площадки «Время первого». История показывает, что только сильный лидер может удержать мир. И я думаю, что каждый из живущих на территории Беларуси и, конечно же, каждый новополочанин понимает, что от действующего президента, от его силы воли, от его харизмы, знаний, навыков, от уважения к этому президенту, других президентов всего мира, зависит благополучие каждого из нас. 30 лет с исторической точки зрения – это вообще миг. Миг, а сделано же весь очень много. И прежде всего у нас сохранен мир и спокойствие в нашем государстве. Мы же с вами живем на геополитическом перекрестке. Геополитический перекресток, и здесь потерять мир и спокойствие очень и очень просто. Но мы этого не допустили. 80 лет мирной жизни. Вот вы задумаетесь, фактически 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Мы в следующем году отмечаем, в этом году 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Посмотрите на другие постсоветские республики. К сожалению, там не удалось пройти мирным путем. Вот после развала Советского Союза были столкновения, значит, вооруженные конфликты. У нас все это удалось избежать. Мы спокойно, мирно развиваемся, идем вперед. И это благодаря, конечно же, нашему лидеру Александру Григорьевичу Лукашенко. Выбранный курс развития белорусского государства с каждым годом оправдывает себя, и жители нашей страны это видят, что подтверждается переполненным залом и живым диалогом горожан со спикерами. Ведь каждый осознает то, что мы имеем сегодня – заслуга главы нашего государства. Елизавета Борбат и Сергей Залынский, телеканал «Звезда». Командный дух, азарт и стремление к победе. В Новополоцке на базе Центра допризывной подготовки средней школы номер 4 состоялись соревнования по пулевой стрельбе. Состязания приурочены к важной дате – столетию образования торговли Беларуси. К участию в соревнованиях на меткость приняли участие женские команды организации сферы торговли и общепита Новополоцка. Подробности в материале Антона Лещенко. 16 июля представители прекрасного пола города Надвиной собрались в Центре допризывной подготовки средней школы номер 4. Все для того, чтобы показать свои возможности и умения в спортивной стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Практически все участницы стреляли из мелкашки впервые. Сами стрельбы проходили состояние 50 метров из упора лежа. Всего 8 выстрелов, 3 пробных и 5 зачетных. Соревнования, посвященные столетию торга, да, города Новополоцка. Здесь именно участвуют одни, ну, будем говорить так, женский коллектив, где будут определены лучшие участники в этом виде программы, то есть пулевая стрельба. Критерии, как и все по огневой подготовке, по стрельбе, оцениваться будет результат по лучшим выбитым очкам. Что касается организации, то, как я понял, здесь будет участвовать от торга 8 организаций. Вот. Ну, а это как лично командное первенство, то есть здесь будет определяться лично, кто выбил наибольшее количество очков. Первым делом – инструктаж по технике безопасности и рекомендации по стрельбе. Сами участницы признаются – немного волнительно, но оттого не менее интересно. Каждый хочет показать наилучший результат и в какой организации самые меткие работницы.
В рамках празднования столетия органов торговли Республики Беларусь приняли решение провести такое небольшое соревнование по стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди работников торговли и общественного питания. Насколько известно, что здесь все новички в этом деле, профессионалов нет, поэтому я думаю, что все будет весело, задорно. И главное, в первую очередь, это участие. Первая группа участниц разобрали мишени, выбрали позиции, сообщили о готовности и вперед. Первые три пробные выстрела – прекрасная возможность для пристрелки, после которых участницы внесли необходимые корректировки и вернулись на огневой рубеж. Дальше – работа на результат. В левую мишень постреляем. Первая группа участниц сходу показала хороший результат. Каждая стрелялся не менее чем на 20 очков. Среди стрелков выделилась сотрудница нафтансервиса Юлия Козлова. Еще с пробных выстрелов она показала по-настоящему снайперскую точность, подтвердив это и на зачетных 5, набрав 35 очков. Я вообще ружье второй раз в жизни заряжала. Вообще шикарно. На YouTube посмотрела, как там потренироваться, какой глаз ведущий, как сделать, чтобы целиться двумя глазами. То есть один надо прикрывать, но не закрывать. Когда закрываешь глаз, значит, напрягается и плохо видишь. Главное не спешить. Да, не спешить, никто ж не гонит. Ну и целиться. По окончанию соревнований лидером стало предприятие «Солид». На втором месте – отдел торговли Новополоцкого горисполкома. Бронзу завоевал гостиничный комплекс «Новополоцк». Антон Лещенок, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Александр Микульчик. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. В числе чествуемых заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Игорь Козлов, начальник Борисовского объединенного учебного центра Вадим Суров, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба вооруженных сил Руслан Чехов. В Казахстане продолжается двустороннее тактико-специальное учение «Вершина братства-2024». На повестке дня у военнослужащих Белоруссии и Казахстана занятия по инженерной, тактической, медицинской и огневой подготовке. Особое внимание в ходе маневров уделяется преодолению горных преград с помощью альпинистского снаряжения. Совместная террористическая тренировка Беларуси и Китая «Атакующий сокол» в самом разгаре. Накануне бойцы двух стран приняли участие в розыгрыше тактических эпизодов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп. Широко применялось вооружение бронированной техники, транспортная авиация, силы и средства артиллерии. Военное ведомство продолжает оказывать помощь населению в ликвидации последствий непогоды. В Осиповичах солдаты артиллерийской бригады расчищают улицы города, облагораживают местные парки. Также по решению министра обороны Беларуси в наиболее пострадавшие стихии районы Гомельской области выделены специальные автомобили для подвоза воды населению, техника для восстановления электроснабжения. В Латвию прибыла партия военного оборудования и транспортных средств из Канады для создания многонациональной бригады НАТО. Новое формирование будет состоять из 3500 военнослужащих, где более 2000 представителей Оттавы. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!